20-летний опыт клинического применения, исследований и разработок принес новую награду Bioptron AG. На Европейском конгрессе по антивозрастной медицине в Париже компания Цептер заняла первое место в категории медицинских приборов для светотерапии. Это практически Оскар за приборы для светотерапии. По сути, для всех медицинских приборов в этой сфере. Это самая престижная награда, врученная на Европейском конгрессе по антивозрастной медицине. Светотерапия Bioptron как самой эффективной и инновационной терапии, представленной на рынке в этом году. Стенд Bioptron пользовался большой популярностью, и лучшие местные и международные эксперты делились своим опытом применения поляризованного света Bioptron. Я много раз подчеркивала, что у меня была возможность работы с приборами Bioptron в военно-медицинской академии. И для меня было абсолютно логично применять поляризованный свет Bioptron в моей частной практике и антивозрастных процедурах. Эта награда подтверждает, что я была права. Французский эксперт доктор Депардью не скрывал энтузиазм. Все, кто присутствовал на стенде Bioptron, проявляли большой интерес к его работе. Во время поездки в метро Тияну толкнул другой пассажир. Она пришла на прием с двумя гематомами на внешних поверхностях обеих рук. Доктор Депардью сделал снимки ее кожи с помощью специальной камеры, измерил глубину и цвет гематомы, после чего лечил ее светом Bioptron в течение 14 минут. Это было утром. Вечером он снова провел ей сеанс светотерапии и измерил улучшение. Оно составило 60% в свете кожи. Гематома перешла в фазу адсорбции крови, после чего установилось нормальное кровообращение с видимым улучшением состояния кожи. Известный врач Майкл Макнамара, посланник Цептер и лечащий врач теннисиста Новака Джоковича, выступил для телешоу «Беляна для вас». Есть много способов жить дольше, но лучший из них – быть здоровым. Например, у меня есть собственная диета, которой я следую с подросткового возраста. Я решил для себя не есть мясо. И не потому, что когда я был молодым, вокруг были вегетарианцы. Просто я понял, что оно мне не подходит. Как оказывается, для некоторых людей употребление мяса не является здоровым. Но то, что мы все можем делать, независимо от того, что едим, мясо, рыбу, курицу, овощи или что угодно еще, мы все можем готовить пищу здоровым способом. Более 15 лет у меня на кухне есть посуда Цептер Homemart. И не только потому, что она красиво смотрится, но и из-за ее функциональности. Она помогает мне готовить намного более здоровым способом. Я готовлю при низких температурах, потому что только в этом случае не образуются вредные вещества, которые могут быть канцерогенными и нести опасность. Например, акрилин и полиароматические углеводороды. Не только мясо, но и рыба, птица, любые типы белка могут производить эти опасные вещества. И именно поэтому мне так нравится использовать посуду Цептер Homemart, потому что это более качественное и более здоровое приготовление пищи. В этом году на Конгрессе мы обнаружили, что цветной свет – это огромный тренд в медицине. В апреле этого года Bioptron также был представлен на Всемирном антивозрастном конгрессе в Монако. В Монако мы стратегически открыли антивозрастную медицину. У нас было много посетителей, потому что они узнали Bioptron как инновационную технологию, которую специалисты по антивозрастной медицине, вероятно, прежде не имели возможности видеть. А этот Европейский конгресс и те, что предстоят, будут способствовать изучению и расширению возможностей применения света Bioptron во врачебной практике и, конечно, в повседневном использовании. В Париже доктор Лалошевич представила исследование, которое она с коллегами в течение нескольких лет проводила в Сербии. И это предопределило мнение жюри, состоявшего из медицинских экспертов, лидеров производства в антивозрастной индустрии и журналистов. Я должна сказать, что мы проводили это исследование с французской лабораторией мезотерапии Revita Care, также получившей Оскар. Я говорю «Оскар», потому что как есть «Оскар» в киноиндустрии, так есть и «Оскар» в антивозрастной медицине.
Я очень горжусь. Доктор Лалошевич подчеркнула важность желтого света, который очень популярен в салонах красоты, за его влияние на лимфодренаж и циркуляцию крови. Биоптрон дает хорошие результаты при лечении целлюлита методом мезотерапии, потому что при этой процедуре есть риск возникновения гематом, который не нравится женщинам. И здесь биоптрон очень полезен. Многие посетители конгресса были впечатлены эффектами света биоптрон. Поляризованный свет стимулирует митохондрии в клетках. Они подобны двигателям автомобилей. Они наполняют наш организм энергией. И если вы вновь наполните энергией митохондрии, они будут стимулировать синтез коллагена и эластина. Биоптрон стимулирует производство новых клеток и формирование нового слоя кожи. То же происходит с мышцами и костями. Таким образом, процесс, который обычно длится 21 день, становится короче со светотерапией биоптрон, как я сегодня здесь продемонстрировал. Во время конгресса были организованы лекции особенно выдающихся экспертов, и доктор Макнамара получил много восторженных отзывов после своей речи. Прежде всего, когда мы говорим об эликсире молодости, первый аспект – это выглядеть моложе. Мы действительно хотим выглядеть моложе. Клинически доказано, что сочетание света биоптрон с антивозрастной косметикой Цептор сокращает признаки старения, тонкие линии и морщинки. И независимо от того, кто мы, сколько нам лет, какого мы пола, если мы смотримся в зеркало и видим, что выглядим лучше, мы чувствуем себя лучше. Это известный факт. Ваша иммунная система получает ощутимую поддержку, когда вы испытываете это чувство довольства собой. С другой стороны, если мы используем биоптрон ежедневно, это уменьшает воспаление в нашем организме. Так, например, уменьшается боль в суставах или на коже. Это ускоряет заживление ран, в первую очередь, благодаря противовоспалительному действию и положительному действию на иммунитет. Таким образом, если мы используем его ежедневно, мы сокращаем общий уровень воспаления в организме. Это еще один аргумент, почему биоптрон является эликсиром молодости. Ведь уменьшая воспаление, мы сокращаем риск инсульта, инфаркта и рака, а также множество других заболеваний, включая болезнь Альцгеймера. Таким образом, есть два подхода в поддержании молодости с помощью светотерапии биоптрон. Применение света биоптрон также важно после применения других антивозрастных техник, которые ежегодно меняются, подобно тенденциям моды. В настоящий момент нити очень популярны, 3D-мезонити, а также нити силуэт софт. Это растворяющиеся нити в 1-2 см, подтягивающие кожу. И мы можем применять поляризованный свет биоптрон при обеих процедурах, и мы планируем провести соответствующие исследования пациентов в этой области, потому что при 3D-мезонитях эти нити располагаются как хирургические стежки в разных направлениях. На практике они растворяются, вызывая продукцию коллагена, который делает кожу более гладкой. Так как данный процесс длится минимум 6 недель, очень интересно использовать светотерапию биоптрон сразу после процедуры и в дальнейшем в домашних условиях, где с помощью поляризованного света вы стимулируете рассасывание нитей и продукцию нового коллагена. Также это является возможностью представить другую продукцию Цептор. В первую очередь косметику Цептор, которая в сочетании со светотерапией биоптрон действует эффективнее на 40%. У нас есть одна из наиболее инновационных формул в сфере антивозрастной медицины и в то же время один из наиболее эффективных антицеллюлитных кремов. Вы знаете, что целлюлит сейчас стал всемирной проблемой, и мы боремся с ним. Это фантастическая и эффективная формула для повседневного использования. У нас также есть специальная линия средств без парабенов, гипоаллергенные кремы с формулами, обладающими максимальным регенерирующим действием, которые тонизируют и повышают эластичность кожи, которые при нанесении всего один раз в день обеспечивают более молодой и более здоровый вид кожи.
Мне идея сочекать 50, потому что я была... Не стоит ждать, когда вам будет 50, чем я, к сожалению, сталкиваюсь в своей практике каждый день. Женщины говорят, что удовлетворены своим внешним видом в 50. Я с этим полностью согласна. Это чудесно, когда человек отлично выглядит без каких-либо процедур. Но с другой стороны, есть много возможностей, и им не нужно ждать 50 или 60, и лишь после этого начинать что-то делать. Потому что, я боюсь, тогда будет слишком поздно. Намного лучше начинать что-то делать раньше, понемногу. Стимулировать кожу для более молодого вида и помогать ей регенерироваться. Также это дополнительный метод лечения при онкологии, особенно при раке груди и раке простаты. Это уникальное направление в медицине, в котором мы хотим развиваться в будущем. Для мужчин темой номер один была потеря волос, и Биоптрон тоже может помочь. Не только косметологи, но и семейные врачи увидели важность светотерапии, получившей столько наград. Награда для Света, который лечит в городе Света, это вдохновение для всей команды врачей-экспертов продолжать свою работу в области светотерапии.